Сегодня я нахожусь в Новгородской области. Вроде бы это все еще Новгородская область. И мы с вами сегодня смотрим на заброшенную поселковую школу. Почему поселковая? Потому что это большое здание, в которое свозили учеников с разных районов вокруг. Начинаем мы с вами с одного из классов учебных. Видите, сохранился учительский стол даже. Доска, где можно поискать даже белки. Само строение очень большое, в стиле советского ампира. И тут был какой-то небольшой локальный пожар, поэтому воняет сильно гарью. Вот, видите? Поэтому я, наверное, на первом этаже долго не буду задерживаться. Пойду дальше. Интересно, особенно, что тут как бы написаны надписи не типа «здесь был Вася», а такие «счастье», «жизнь», «радость», такие благосклонные. Мы с вами, по ходу дела, в библиотеке. Даже еще можно книжки посмотреть. Испытание. Так, это был главный вход. Соответственно, при главном входе должно быть что? Должен быть гардероб. Вот, собственно говоря, это гардероб и был. Сейчас полным лохом почувствовал. Я пробирался сзади здания. Через траву, вот так вот по пояс. В шортах. Через целую траву, через борщевик и крапиву. А тут вход его открыт, мать его, главный вход, который я прошел, прямо выходящий на дорогу без всякой травы. О, это, по всей видимости, была кухня. Так, если была кухня, то у нее должна быть столовая. Рядом же, интересно. Помещение подходящего под столовую я пока не видел. В самом начале видео сложил название поселка и области. Промазал так промазал. Первый поселок называется Тесово 4. Находится технически в Ленинградской области. Хотя я сюда приехал в состоянии Великого Новгорода. Зацените какой канделябр. У вас был в школе такой канделябр? Так, это математика. Тут не подписано. Замдиректора. Ну, замдиректора странный кабинет. Так, это у нас кабинет математики. С учетом того, что он находится прямо рядом с кабинетом замдиректора, я предположил, что замдиректор был учителем математики. Я, короче, сначала увидел вот этот пульт, не понял, что это такое. Потом увидел катушку и присмотрелся более внимательно и понял, что это, короче, старый советский проектор «Протон». Это, по ходу дела, какое-то подключение к нему. Окна. Слушайте, это похоже, короче, кабинет физики с всякими ништячками. Прям круто. Сейчас будем смотреть. Приборы всякие. Это было... Ох ты ж, вашу мать, куда я попал? Кажется, это рай. Самое стрёмное помещение, оно даже заброшенным стало самым стрёмным. Пустым и неинтересным. Поэтому мы пойдем с вами дальше. Следующий класс. Сейчас я гляну за дверь, посмотрю. Deutschland. Слушайте, в этой школе изучали немецкий язык. Прикольно. Кто как бы не знает, я в школе занимался немецким языком. Если все учили английский, то я учился в школе с углубленным изучением немецкого языка. Правда, на данный момент, из-за того, что я языком этим не пользуюсь, я его фактически забыл. Ну, песни Рамштайна еще мне помогают его как-то помнить. Блин, сортиры тут крайне стрёмные. Слушайте, мне кажется, я был в школе подобного типа, где спортзал располагается на самом верху. Если я правильно понимаю это расположение, то следующий у меня должен быть... Так, второй класс.
спортзал. Становится очень стрёмно ходить из-за того, что все прогнило. Так, это лаборантская кабинетная химия. О, как тут много всяких ништячков тоже. Пофоткаем. Слушайте, такое ощущение, короче, что вот это какой-то газоанализатор. Что я уже не в первом кабинете замечаю такую штуку. Ну, и мы с вами заходим в кабинет химии. Это последнее помещение в данной школе. О, круто, смотрите, мозг. И кабинет химии похож на кабинет биологии. Кабинет Савиченко. Блин, тут, короче, дофигища органов каких-то валяется. Кажется, тоже что-то из органов. Это похоже на мочевую систему. О, ребята, там что-то еще вижу. А, нет, фигня какая-то. Это не очень. Тут что? Всякие различные минералы. Прикольно. О, противогаз. Детский. Остатки детского противогаза. Тут, короче, настоящий гербарий со всякими ништяками. И по природе, и по насекомым тоже. О, комнатная муха. Комнатную муху надо обязательно сфоткать. Смотри, какая мерзость. Это я знаю, это почки. Вот такая штука довольно. В разрезе. И на этом мы заканчиваем посещение данного места. Лично мне очень понравилось. Я совсем не ожидал, что будет так интересно, когда сюда ехал, вообще шел и прочее, когда вообще увидел сначала даже. Надеюсь, вам тоже, и вы обязательно поставите палец вверх. Я надеюсь, вы подписаны на мой канал, если еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Оставляйте комментарии под видео, это тоже очень-очень полезная вещь, потому что мне очень интересно знать ваше мнение. Ну и не забывайте подписываться на мой второй канал, лайв-канал, где я рассказываю о том, как я езжу по каким местам, как я вообще их фотографирую, снимаю и как я их, в принципе, как бы нахожу. То есть на самом деле, кстати, на лайв-канале видео с объектов в меньшем количестве, но выходят они гораздо раньше. Поэтому подсказка будет в углу. Переходите, подписывайтесь. До новых встреч. Ну, собственно, вот так вот выглядит эта школа снаружи. Довольно стрёмное здание, на самом деле, со своей заросшестью.